Я там был на Болотной, я видел, как они это организовали, как они организовали не просто узкое место, но и не давали уйти. Когда уже там я был часа два, я хотел уйти. Подошел к оцеплению и говорю, можно я уйду вот через Большой Каменный мост и в метро? Нет. А куда мне деваться? Только назад. И вот люди, которые продолжают идти вперед, в этом узком месте сталкивались с теми, вот кто, как я, хочет уйти назад. Это была совершенно спланированная акция. Создать дикую давку и уж потом там сделать все, что угодно. Кроме того, были же люди, которые в них действительно в ОМОН бросали всякие асфальт и фаеры, но никого из них не задержали. Это как же так? Там были тысячи ментов, тысячи, войсковая операция. И ни одного реально нападавшего на них они не взяли.